Это они что, за тобой гонятся? А что случилось? Мы на стройке работаем. На нас напали бритоголовые. Сейчас. Покажи руки. Держи, умывай. Тебя как зовут? Алмаз. Меня Мария. Держи. И лицо вытирай. И споласкивай. Как он? Живой. Денис его ударили лопатой. На черенок чист. Лопата старая, ручка как полированная. Пальчиков нет. Не за что зацепиться. Он все еще в реанимации? Да, в полной отключке. Состояние очень тяжелое. Всех допросили? Допросить-то допросили. Толку-то. Такой драки по сторонам не смотрят. Значит, как только он придет в себя, срочно в больницу. Может, он что-то вспомнит. Да. Вчера вечером был какой-то парень, сразу после драки пришел. Но сказал, что в драке не участвовал. Врет? Да вроде не участвовал. Но его слова чем-то подтверждаются? Да. Свидетельница. Да, он мой парень. Вас что-то не устраивает? Ты вроде в университете учишься. Да. Математик, теоретик.
математик, а он гастарбайтер. Что между вами общего? Мы оба ненавидим расизм. А вы? Здесь вопросы задаю я. Во сколько вы встретились? В 2 часа. Сначала мы с ним целовались в парке. Вас это раздражает? Потом. Потом пошли в магазин. Вот. Платье, значит, женское покупали. Да, вот это. Алмаз хотел подарить мне цветы, но я не люблю цветы. Ненавижу смотреть, как они вянут. Во сколько вы расстались? Около 11. Мы проверим. Диктуй телефон мамы. Мама погибла 2 года назад. Мне жаль. Тогда папа. Слушайте, если мой папа узнает, что я встречаюсь с Алмазом... Хотя... Да, позвоните моему папе. Я думаю, что вы найдете общий язык. Диктуй. Несет все ту хрень. А что вы хотели? Вы поставили ее парнем лицом к лицу с одним из главных природных инстинктов. И ждали ее благодарности. А кто собирается стучать ее? Папаша. Все ясно и так. Парень в драке не участвовал, надо его отпускать. Надеешься этим смыть с себя клеймо расиста? Слушай, иди ты. Ее слова подтверждают криминалисты. Они видели, как парень возвращался на стройку и вызвали наряд. Но он мог договориться с девушкой. Да, и еще с 2 милиционерами, которые видели, как они целовались в парке. Девчонка долбанутая на всю голову, но может она говорит правду? Говорить правду – главная цель качественного вранья. Вот. Евгений Ильенко, Жека. Бывший самбист, боксер. Считается, что без его ведома ничего в нашем районе не происходит. Почему до сих пор на свободе? Да потому что за руку никто не поймал. Угу. Свидетели есть? Ваши задержанные много вам рассказали? Вот. А наши возможности еще меньше. В районе полно беспризорной шпаны. Этот Жека для них отец родной. Они ради него на все готовы. Надо его допросить, значит? Да, без проблем. Не понял сейчас. Ну, а что, непонятного. Этот парень не прячется. Он является к нам по первому приглашению. Ну, чего, кого-нибудь знаешь о них? Ну, наверное, кого-то видел. Все они живут в твоем районе. В моем районе живет 52 тысячи человек. Вчера вечером они напали на ребят со стройки, на рабочих. На зверьков. Ну, их можно понять. Откуда ты знаешь, что они были иностранцы? Нормальных людей бить не будут. Правильно? Угу. Значит, послал их ты, да? Знаете, еще раз. Я к этому делу не имею никакого отношения. Что-нибудь еще знаешь о драке? Ну, наверное, досталось кому-нибудь. Денисову. Вот его фотография. Он сейчас в больнице. Так. Значит, я был на футболе. Вот список свидетелей и их телефоны. Чё с парнем? Еще не пришел в сознание. Я могу идти? Свободен. Денисова, да? Ну, конечно. Это же его сводный брат по матери. Я здесь вместо отца. Он прошлой осенью руку сломал. Да так, что
ничего не может делать. А у меня еще 3 сестренки и брат. А девушка у тебя есть? У меня с самого рождения есть невеста. И ты ее любишь? Я ее никогда не видел. Увижу, если заработаю столько, сколько никогда не заработаю. Сядем. Есть анекдот, встречаются два товарища и говорят, ну как... Папа, это мой парень. Ты с ума сошла? Алло, а вы не опаздываете на свой юбилей? Она уходит отсюда. Так вы отменяете свое приглашение в ресторан, да? Я сказал быстро, быстро! Я пойду, пока. Я тебя догоню! Никого ты не догонишь. Это что, и есть твой подарок нашему юбилею, да? Понравилось? Ты дура! Ты! Пошла, пошла домой! И попробуй только высунуть нос! Ну? Нет, рана очень тяжелая. Надеюсь, выживет. Но сомневаюсь, что восстановится в полной мере. Он в себя придет? Несколько минут назад уже пришел в себя. Но очень слаб. Я, значит, могу его увидеть? Нет, совершенно исключено. У меня же его брат. Ну, брат, тем более, должны понимать, брат. А, ну я понял. Спасибо. Извините. До свидания. До свидания. Марат. Слышь, командир, у меня там брат сюда пришел. И что? Ничего, поговорить с ним надо. Врач запрещает. Слышь, друг, я все равно увижу брата. А вот кто заработает, ты или врач, мне как-то пофигу. Так что сам решай. Ты видел, кто тебя ударил? Ровно. Что это? Это мой первый знак отличия. Левый край чуть выше. Объявляется строгий выговор за нарушение служебной дисциплины. Или ты думаешь, что лучше снять? Мне все равно. В отличие от тебя, у меня много работы.
Сударыня! Завтрак 11. Погуляли, погуляли. Маш, Машенька, ну не сердись, Маш. Ну что ты, Машка. Пожалуйста, только молчи, я не хочу, чтобы она ничего знала. Девочка моя. Здесь. Нет, это я к нему пришла. Я просто не думала, что... Он тебя ищет. Он тебя... Папочка, пап, ты был прав, мне не надо было. Ты был прав, я просто не должна была этого делать. Нет. Его били на улице, потом притащили сюда и здесь тоже били. Здравствуйте. У него более 20 ударов по голове. Привет, Иван Николаевич. А, привет. И похоже, что перелом шейных позвонков. Но дело в том, что перелом-то он мог получить от любого. Может, его не хотели убивать? Просто не рассчитали. Да нет. Иван Николаевич, покажите, пожалуйста. Скорее всего, этим его и добили. Угу. Ты молодец. Садись, Петя. Гуляли. Просто держали за руки и целовались. Вчера к вам никто не подходил? Никто. Может быть, был какой-то конфликт? Нет, мы даже ни с кем не разговаривали. Ну, уберите, ну что за садизм? Я на секундочку. Простите, пожалуйста, я в порядке. Ваш предыдущий парень знал правила МАЗа? У меня нет предыдущих парней. Может быть, вы рассказывали своим друзьям о нем? Нет, никому. Есть предположение, кто мог его убить? Господи, если бы я только знала.
Но у меня есть и хорошая новость. Под ногтями у вашего друга мы нашли чью-то кровь и кожу. Скоро мы поймем, от кого он защищался. Я тогда могу идти? Конечно. А если что, вспомните. Хорошо, я вам сообщу. Это же просто таблетки от кашля. Неважно. Главное — результат. Вы действительно считаете, что он причастен к смерти своего парня? Может, он не такой уж для нее и свой. Анализ ДНК будет готов минимум через 5 дней. Я думаю, что все выяснится гораздо раньше. Твой тест ничего не даст. Судя по состоянию лица убитого, его били закрытой ладонью кулаком, то есть на расстоянии. А царапины появляются обычно во время ближней борьбы. Ну то откуда у него кровь под ногтями? Это кровь не того, кто его убил, а того, кого он насиловал. Пока это только теория. Наша Маша познала радость первобытного секса. Ей это не понравилось. Она рассказала своему отцу, но ему, естественно, это тоже очень не понравилось. И он решил отомстить. Это логично. Но есть одна загвоздочка. Какая? Гастарбайтера били по лицу. В основе таких ударов обычно глубокое личное чувство. А добивали уже камнем. А это холодный расчет. А если отец испугался? Он испугался, что его посадят, а дочь останется одна. И решил добить его, чтобы все было чисто. Я понимаю его отцовские чувства, но давай сначала разберемся с дочкой. Я не совсем запутался. Если вы считаете, подозреваете дочку, то почему выбросили образец ДНК ее? Несмотря на свое ужасное горе, она все-таки заметила, что я взял ее стакан. Так что, если выиграет наша вторая теория, то она сама скоро придет к нам и во всем сознается. Ножку убери. Сколько у нас обычно занимает анализ? Анализ ДНК минимум 5 дней. Вот, а мы управились за 40 минут. К нему никто не приходил? Нет. Хотя был один молодой человек. Но его охранник не пустил, и он сразу ушел. Да, а как выглядел этот человек? Вы видели? Ну, мельком. Ну и как, особые приметы? Да, не помню. Никак не выглядел, как вы. Кстати, почему вы не разделись там в гардеробе? У вас очереди. У меня времени мало. Папа нет дома. Он каждую пятницу уезжает со своей новой женой на дачу. А вам старая жена больше нравилась? Я называла ее мамой. Простите, он так шутит. Да я серьезно так говорю. А зачем нас ждали? А я хотела сказать, что под ногтями у Алмазова вы нашли мою кровь и кожу. Просто мы с ним... Потому что... Он вас изнасиловал. Что? Да нет, конечно, господи, мы любили друг друга. Я думаю, что и под моими ногтями есть его кровь и кожа. А вы сказали об этом отцу? Нет, его это не касается. Ну, почему же вы не рассказали это нам? Ведь рассказать двум незнакомым мужчинам о том, что спала с третьим... В смысле? Ну, это один из самых верных способов стать звездой. Простите еще раз. Скажите, а зачем вы сейчас нам все рассказали? Потому что... Вы не выбросили мой стакан и поставили его себе на стол, когда я ушла. И я подумала, что вы все равно обо всем узнаете, и лучше, чтобы я вам об этом рассказала. Она крутая, а? Ты играешь в покер? Не играю. Блефуешь? Не блефую. Значит, просто врешь. Ой, что-то есть захотелось. Пойдемте. Он? Нет. Этот? Нет.
Но один из них тебя ударил. Да я не помню. Дрался с ним и не помнишь? Да они все на одно лицо. Давай, я все понимаю. Давай повнимательнее гляди. Смотри внимательнее. Не он. Нет. Он? Нет. Денисов? Алло, доктор, подождите, может... Значит, говоришь, что папа твой ни при чем, а с Алмазом у тебя большое пламенное чувство. Я вам все это уже рассказывала. Да. Но у меня возникает главный вопрос. Почему я тебе не верю? Потому что вы вообще не верите людям. Нет. Верю, если говорят правду. Я говорю правду. С газом не было. Уже нашел? Тут по дороге два раза билет спрашивали. Куда? Тут театр модный. Премьера тут месяц назад уже, как билетов не было. Любите театр? Я вам не все рассказала. Я вас обманула. Алло. Денисов никого не узнал. Я надавил, он отключился. Наша девочка призналась. Она помогла Алмазу обмануть полицейских, когда он убегал после драки. То есть как? Погоди. Алмаз долбанул по башке Денисову, а за Денисова отомстил его брат. Кажется, я понял. Да. Стандартный итальян. Нет, есть только фото. Был бы образец, я бы сам сделал. Сегодня вечером позарез. Во всех ракурсах с масштабом. Посылать? Спасибо. А можно увеличить ей грудь? Ну. В смысле сделать крупный план? Я собирал информацию. Что? Что ничего. Его мать погибла более 2 лет назад в автокатастрофе. Теперь еще ее парень. Это жизнь. Она постоянно предоставляет нам новые возможности. Она его любила. Какие возможности может предоставить смерть? Не ей, тебе. И сердце освободилось. Дерзай! Может, хватит? Ты что, ревнуешь, что ли? Не стоит. Ей сначала нужно увеличить грудь. Советник юстиции Перницкий, встать и карманы выворачивай. Быстро, вор, на стол! И откуда у нас здесь иностранные деньги? Друг, долг вернул. Друг, если ты сейчас сразу назовешь мне имя друга, который сюда приходил, я тебя отпущу. Нет, поедешь со мной. Так чем ты ее прижал? Это хитрая бестия. Вспомнила про стакан воды и решила опередить нас. Но она могла не говорить, что Дениса ударил Алмаз? Могла. Но у меня есть 2 волшебных слова. Большое, пожалуйста. Денисов пришел в себя и готов давать показания. Да. Разрешите? Анна Николаевна, вам передали. Спасибо.
Роман Витальевич. Да ладно. О, у тебя появился поклонник театрал? Я люблю театр. А билеты можно заказать через интернет. Но здесь два билета. С кем пойдешь? Пока не знаю. Кораблина слушает. Я поняла, сейчас подойду. Извини, я к Галчанскому. Ничем я на этот раз могу помочь правосудию? Тем, что признаетесь в убийстве. Стажерка? Это старая песня. А если по делу? Вообще-то я следователь. Вы отомстили за своего брата. Кому? Парню, которого там даже не было? А откуда ты знаешь, что его там не было? Предположил. А брат твой в больнице сказал другое. Я не был в больнице. Да? Только баксы, которые ты дал охраннику, тебя издали. Ну хорошо, я заглянул в больницу, и что? Брат, он даже рта не мог раскрыть, только моргал. Да ладно тебе здесь песни петь. Рано или поздно все равно тебя припрем. Мотив у тебя есть, возможности тоже. Тем более в больнице засветился. Либо ты сейчас нам сдашь того, кто убил по твоему приказу. Либо все вещдоки укажут на тебя. Ну, если бы хорошо, если бы даже все было бы, допустим, так, зачем мне идти и убивать в тот же вечер, когда я говорил, ну, с этим вашим... С невежным. Вот. Да узнал. Я же не быдло. Я уважаю ваш труд. Да, знаешь, а в этом что-то есть, да. Вот ты то же самое скажи на суде. Может, сработает? Слушай, я был неправ. Наговорил про тебя, про нашу Машу, без сисек, всяких глупостей. Прости, прости. Почему-то, когда вы извиняетесь, такое ощущение, что вы издеваетесь. Прости. Вот. Один мне собутыльник принес на ту самую премьеру. Пригласи Марию. Она же любит театр. Конечно. У нее только вчера умер парень. Я не думаю, что это веселье. Да. Она даже с отцом не может поделиться. Совсем одна. Ну, а что я ей скажу? Да какая разница? Что бы ты ей ни сказал, она все равно решит, что ты к ней подкатываешь. А раз оно так и есть, то какой смысл что-то придумывать? Ну, если она не захочет идти в театр. Ее мама с папой уехали на дачу. Слушай, ну нельзя же так нагло лезть в чужую жизнь. Нельзя. Криминалисты не объявились? Ну, пока новостейника их нет. Идешь в театр? Ну, пока не решил еще. А билет купил? Да не, это Фрейд принес. А он не сказал, где он их взял? Он сказал, что какой-то собутыльник ему дал. Ясно. Анна Николаевна! Анна Николаевна! Кажется, вас. Анна Николаевна! Анна Николаевна! Какого черта? Я нахожусь в состоянии аффекта. Как только я представил себя, у меня хорошее воображение, что ты с каким-то мужиком, чужим мужиком, получаешь вместе эстетическое наслаждение, я ревную. Я готов на стенку лезть. Это я сейчас на стенку полезу. Полезли вместе. Свободен. Ну зачем же-то? Вон! Один мой хороший приятель пригласил меня на день рождения. Я приглашаю тебя. Если бы я не отдал билеты невежину, то у тебя был бы повод отказаться. Думаешь, для отказа тебе мне нужен повод? Вопросительная интонация — это знак согласия. Вопросительная интонация означает «пошел нафиг». И сказал создатель: выслушай женщину и сделай наоборот. Я заеду за тобой
Жесть. Ну и чем занимается твой приятель? Это сюрприз. А чем важно? Это тоже сюрприз. Но зато я знаю, чем они занимаются вместе. Я просто интересуюсь, с какими людьми я проведу вечер. Не любишь сюрпризы? Неприятных не люблю. Куда звонишь? Хочу спросить, кем работает его жена. Алло. Да, она согласилась. Я жду ее возле подъезда. Да. Привет. Привет. Очень красиво сегодня выглядите. Спасибо. А, добрый вечер, кстати. Да, пойдем? Да. Он стоит в пробке. И жена стоит в пробке. Они вдвоем стоят в пробке. И, видимо, это надолго. Предлагает подняться к нему в квартиру. У меня есть ключи. Даже есть ключи? Да. Это старый мой друг. У меня есть ключи. Ну, пошли. По-моему, ты противогонку забыл включить. Не волнуйся, у меня все включается автоматически. Спасибо. Сиди здесь, я сейчас кое-что принесу. Извини, я перепутал. Слушай, давай сразу. Ничего у нас с тобой не будет. А чтобы затащить меня в постель, нужно проявить чуть больше фантазии. Это понятно? А, значит, в принципе, ты не против. Мы с тобой поговорим. Не успел. И что мы здесь делаем? Ты соображаешь, что ты творишь? Она нам снова врет. В твоей жизни есть хотя бы один человек, который не врет? Она нам не совсем врет. Она выдает нам правду частями, так чтобы мы шли в том направлении, которым ей выгодно. Это слишком для малолетки. Жанна Д'Арк, Зоська Смодемьянская, Женщина-кошка, Лара Кроупер. Чем Маша Афанасьева хуже? Две последние герои комиксов. Она математика-теоретика, а не эти женщины в силиконовом трико. Фред, ты знаешь, кто? Да. Я заставлю тебя говорить со мной. Заставлю тебя меня слушать. Что ты там ищешь? Я ищу ее платье. Ты сволочь. Да, в котором она была в последний день. Самый настоящий сволочь. Но я не могу его найти. Ты играешь чувствами, которых даже понятия не имеешь. Да, но куда она его делала? Она пошла в нем. Нет, она была в другом. А, ты следишь за ней из машины. Какая дура! У нее в руках был пакет.
Вот. Платье Золушки после тотальной оргии во дворце. Он ее изнасиловал. А она скрывает это и бежит честь? Нет, она знает, кто за нее отомстил. Ее отца задержали на даче, но во всем признался. Увидел дочь в крови, бросился на стройку и избил этого парня. Не согласен. Да, конечно, нет. Давайте рассуждать. Сначала дочка делает вид, что ничего не знает, но заставляет нас сомневаться. Потом мы думаем, что загнали ее в угол, но она нам подбрасывает новый финт. Ловите банду нацистов. Потом мы задерживаем главаря, и она нам дает еще одну улику. Несчастный папаша, хороша защитница. Похоже на признание параноика, но вот именно эта логика привела нас к раскрытию преступления. Мы его еще не раскрыли. Это она хочет, чтобы мы так думали. Мы забыли про волшебный камень, которым проломили голову гастарбайтеру. Чего-то папа о нем ни разу не вспомнил. На белье нет никаких следов спермы, только ее кровь. Ух ты, насильник использовал презерватив. Так и удалось пропаганде безопасного секса достучаться до сердец простых людей. Хотите сказать, что никакого насилия не было? Тогда как ее кожа оказалась под ногтями алмаза? Все очень просто. Нашей девочке изначально было наплевать на разнорабочего. Она хотела подставить папашу, но папулик не оправдал ее надежд. И несчастному ребенку пришлось все делать самой. Прикиньте, парень бегает от милиции. Наша Маша видит это, и бах, у нее в голове рождается план. Парень обречен. Математика плюс женская логика – убийственная смесь. Как мы сможем доказать, что она не спала с этим парнем? Но она говорила, что Алмаз был ее первым мужчиной. Роман Витальевич утверждает обратное. Утверждаю. Девственница в 17 лет. Такое еще бывает в современном мире, коллеги. А вот здесь наша математичка и сделала ошибку. Сейчас 22:30. Если она совершила ошибку, она ее сейчас благополучно исправляет с новым парнем, тем самым лишая нас доказательств. Не извольте беспокоиться, Виктор Иванович. У нас все под контролем. Ее следующий парень – Сережа! Вы отправили ее в театр с Невежиным? Да! Спектакль уже закончился. Скорее всего, они пошли пешком. Скоро они будут у нее дома. Хотя... лично я в Сергея верю. А вот вы напрасно недооцениваете парня. Какое-то время он продержится. Ты идиот. Переспит она с Невежиным или не переспит, мы никогда не узнаем, была она до этого девственница или не была. Девочка слишком умна, и она будет все отрицать. И ты напрасно подставил хорошего парня. Пойду. Останься. Ну, не спать со мной, а просто не оставляй меня одну. Хорошо. Вечером погиб твой парень. Ты не любила я его. Чего? Моя бабушка всю жизнь прожила с нелюбимым человеком, а он был консультантом в Вьетнаме. И когда он уезжал, она ему отказала, а когда
вернулся без ног, она сразу же согласилась. Наверное, я такая же дура. Парень из другой страны. У него дома большая семья. Отец инвалид. А я... Конечно, я его не любила, просто мне его было жалко. Маш. Хотя ты думаешь, что мне от этого легче? Думаешь, если б я его любила, мне бы тяжелее было? Маша. Маша, Машенька, ну. Ты чего? Ну-ка. Машенька. Маша. Включил телефон. Поехали. Я? Ну, не я же его так подставила. Ты хочешь, чтобы я парню обломал кайф и подставил его второй раз за день? Поезжай, Рома. Если там на месте Сережа набьет тебе морду, будет прав. Не вижу. Да, Сереж? Скажи мне, где ты сейчас? Дай. Сам. Сережа. Маш, прости. Звонили из больницы. Твой отец, в общем, ему стало плохо на даче, сердечный приступ. Врачи боролись, но... Это я сделала. Я не хотела, я же просто хотела, чтобы ему было плохо, так же, как мне. Папочка, ну я же не хотела, просто я... Не знаю, на каком этапе дискуссии вы находитесь, но я дерзну пойти ва-банк. Ты зачем добила парня? Да еще таким негигиеничным способом, камнем по голове. Хотела, чтобы плохо не понимал меня, папочка мой. По моим расчетам, она должна была сознаться еще 10 минут назад. Она созналась. Детка, ну чем тебе так насолил этот несчастный гастарбайтер? Да кому он вообще был нужен? Этот дебил! Распустил слюни, козел! Что вы тут делаете? Что вам всем надо? Пошли вон отсюда! И ты пошел вон! Только папочка меня понимал! Пошли. Папочка, если бы он не провел этот тур, все бы было хорошо, но зачем ему нужен был еще кто-нибудь? Чтобы
Было хорошо, бабочка! Мама! То есть вы специально отправили меня с ней в театр, чтобы покопаться в ее квартире? Но я же не знал, что ты потом вернешься к ней домой. А я вам не верю. Подумай, это логично. Вы отправили меня с ней в театр, чтобы она не привела кого-то другого. Все! Но с тобой-то она пошла не поэтому. Теперь я сам не знаю. Жалко ее. Все-таки отец умер. Да жив ее отец. Хотя с такой дочкой легко заработать сердечный приступ. Вы человек вообще или нет? Вы понимаете, это не просто подстава. Это садизм. Понимаете, изощренный садизм. А убивать простого парня из-за того, что он не вписывается в ее уравнение, это не садизм? Ты влюблен в нее, и поэтому тебе ее жалко. Милая, умная, красивая девочка. А он необразованный, простой парень со стройки. Тебе его не жалко. Я против.